Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем делать вот такую половинку лимона. Для этого вам понадобится 72 желтых модуля, 16 белых и 16 светло-желтых. Видите, они отличаются немножко оттенком. Для первых двух рядов вам понадобится 16 светло-желтых и 16 белых. Берем вот так светло-желтый длинными углами вверх, а белый короткой стороной вот таким образом вставляем. Откладываем, берем второй и точно так же длинной стороной светло-желтый, а белый короткой стороной вставляем. Таким образом вы делаете все 16 модулей двух рядов. Вот что в итоге у вас должно было получиться. Для третьего ряда вам понадобится 16 желтых модулей. Теперь все это нам нужно вот таким образом собрать. Третий ряд желтых модулей тоже вставляем короткой стороной. Вот таким образом. Для того, чтобы вам было удобно, сначала соберите по 8 модулей. Вот таким образом, видите? Откладываем и то же самое делаем с остальными 8 модулями. В конце мы все это соединим. У нас все готово, осталось эти две половинки соединить между собой. Вот таким образом соединяем. И замыкаем этот круг вот таким образом. Нам остается вставить последний модуль. Вот что у вас должно было получиться. Теперь вот так вот выворачиваем аккуратно. Для следующего ряда вам понадобится тоже 16 желтых модулей. Но вставлять мы их будем уже длинной стороной. Вот так. Таким образом мы вставляем все эти 16 модулей по кругу. Вот что у вас должно было получиться. Для следующего ряда нам тоже понадобится 16 модулей. И точно так же по кругу, длинной стороной, вставляем все эти 16 модулей. Теперь руками вот так поправляем. Для следующего ряда нам тоже понадобится 16 модулей. Вставлять мы их будем тоже длинной стороной, но слегка с наклоном. Сейчас я вам покажу. Вот, видите? Таким образом делаем все по кругу. Ну вот, половинка лимона почти готова. Нам остался последний ряд. В последнем ряду у нас 8 модулей всего. И вставлять мы их будем вот таким образом. Вставляем первый модуль. Пропускаем 2 угла, вставляем следующий модуль. Видите, пропускаем. Опять пропускаем 2 угла и вставляем третий. Таким образом делаете по кругу до конца. Нам остается хорошенько руками сформировать форму лимона. Вот такая половинка лимона сегодня должна была у вас получиться. Желаю вам удачи!